Итак, прямо сейчас в 10 часов утра российские военные объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из 4 городов – Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Об этом заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине. Такое решение было принято, учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку, а также после личной просьбы президента Франции Эммануэля Макрона, с которой он обратился к Владимиру Путину. Россия проинформировала обо всем ООН, ОБСЕ, Красный Крест и другие международные организации. От украинской стороны требуется неукоснительно выполнять все условия по созданию коридоров и обеспечить организованный вывод мирных жителей. Наша страна будет постоянно контролировать ход эвакуации, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Все попытки украинской стороны в очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир, обвинив нашу страну в срыве гуманитарной операции, на этот раз бесполезны и бессмысленны. От официальной киевской власти, а также от руководства перечисленных городов ждут конкретных действий.